have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, давненько мы сюда не заглядывали, есть на то причины, сейчас все расскажу, все-таки, да, нам тут нужно собрать, открыть и всякое такое, сделать кучу всего. Не, ну, можно бы, кстати, было бы прокачаться, посмотрим, может быть, так и сделаю. Так, мне нужно новую фигню поставить, не. Вполне хватит. Новую фигню поставить. Квасится, варится, жарится, парится. Так, кашу. Хочу ли я кашу, мясной бульон? Мне больше ни на что не хватает. Не хватает, ладно. В общем-то, я так подумал, что игра все-таки... Ну-ка. Открыто. Хорошо. Игра все-таки относительно в раннем-то доступе находится. И поэтому... Коту воду никто таки не наливает. Я думаю, что можно было бы подождать релиза, чтобы все-таки все определилось, потому что вещи появляются прямо на ходу. Многие вещи доделываются прямо, вот я смотрю, приходит патч-ноут и такие, о, вот это мы добавили, вот это мы добавили. Я такой, хорошо, круто, а как теперь, а что теперь? И многие вещи прямо сейчас они говорят, что вот, например, вот это, ну, скоро будет, скоро будет. А толку мне это сейчас качать, если этого сейчас нет, если оно только скоро будет. Поэтому у меня возникают некоторые вопросы. В напитках все стоит очень дорого, если что. Мы можем качнуть вот это, пшеничное пиво, наверное. У меня просто синих тогда баллов, только две штуки остается, а на два синих балла можно... Новый рецепт, да, спасибо. Можно вот это открыть. Все остальное качается довольно быстро, кстати, и зеленые, и красные. А вот синий качается очень медленно. Знаете, как с пикселями, что типа красный и зеленый получится достаточно легко, с синими проблема. И синий самый вредный, если что. Ну, ладно. Что мне по заказам? Я ничего не заказывал, я не помню, честно говоря. У меня же... Почему у меня певчанский в руках? Сюда. Подожди, а как? А почему? Мне это сюда закинуть, что ли? А, стой, мне его надо... Не, он не выдержанный. Все, мне его в подвал надо отнести. Что-то я не... Я немножечко. Из-за того, что он не выдержанный, мне как раз и не дают с ним ничего сделать. Все, стой там, охлаждайся. У нас ничего выдержанного сейчас нету, да, у нас... Хотя вот это можно уже продавать. Горький хмель, молодое. На самом деле, знаете, давайте. У нас нам все равно скоро подойдет новый алкоголь. Мы это сейчас в четвертый кран запихнем. Ну, в третий, в смысле. И у нас будет разница по выпивке. Все. Поехали немножечко по тусим на улице. Я хотел бы, наверное, сделать немножечко бы перерыв. Пойдем просто попробуем сейчас еще до пляжа сходить. Попробуем сделать перерыв. До того, как игра, ну не то чтобы релизница, возможно, я не знаю, сколько времени пройдет до релиза, но пусть она обретет немножечко такую более солидную форму, потому что сейчас уже, например, в нее можно играть, но когда мы начинали играть, не было ни локации пляжа, ничего. Сейчас очень многие вещи... Бас, ты не такой уж и старый. Многие вещи появляются на лету, и поэтому я считаю, что целесообразно будет немножечко подождать. Эту серию я хотел вам записать, во-первых, чтобы объяснить, что происходит и почему я это делаю, чтобы игра не просто исчезла так на 2-3 недели, как это уже происходило, во-первых. А во-вторых, наверное, хотелось бы еще посмотреть сегодня, может, сегодня что-то новое увидим. Сделаем небольшую серию, походим, посмотрим.
Насчет квестов, я не то, что прям сильно искал, но из того, что я искал, я не особо пока что понял, как выполняются здесь квесты. С тем же чуваком замерзшим, ну, ясно, что его нужно как-то оттаять, не дать его взорвать, но я пока не знаю, как это делается, я вас спрашивал в комментах, вы тоже не особо что говорите, поэтому как-то так. Эх, что у нас тут на... Воу, погоди, а ты кто? Вот этого не было вообще, Уилсона вообще не было. Здравствуйте, друг, давненько я не видел здесь новые лица. Если хотите чего-нибудь выпить, думаю, у меня дома осталась пара бутылок пива там позади. Кстати, я Уилсон, приятно познакомиться. Да, здесь это имя не очень распространено, я прибыл в королевство несколько лет назад и остался, чтобы заниматься своей страстью, искусством. С тех пор я живу на этом пляже, наслаждаясь маленькими радостями жизни. Ты... Прибыл в королевство несколько лет назад, а пляж этот появился здесь несколько недель назад. Крутое совпадение, да? Ваш дом потрясающий. Большое спасибо, я построил своими руками. Может, это и не творец, но это все, что мне нужно. Место, где я могу согреться и работать. Мне этого более чем достаточно. После кораблекрушения я мог добыть большую часть нужных материалов. Первые месяцы было трудновато, но теперь, когда работа закончилась, я чувствую, что это того стоило. Мне нравится, как тут облака плывут. На фоне от них такая тень. Это прикольно. Кораблекрушение? Какого кораблекрушения? А, да, я попал сюда совершенно случайно. Я был в экспедиции с другими исследователями, когда шторм расколол корпус нашего корабля, и мы потерпели кораблекрушение посреди океана. Это все, что я помню. Я очнулся на этом пляже и пришел построить здесь, и решил построить здесь дом. Вы не думали вернуться? Это самое забавное. Мне нравится моя новая жизнь. Я делаю, что хочу, и когда хочу. Я могу тратить целые дни на книгу, картины или на отдых под солнцем. Возможно, все. Когда я понял, что могу выжить самостоятельно, тогда я решил, что никогда не вернусь к прежней жизни. Чудеса мира существуют для того, чтобы ими наслаждаться, а не для того, чтобы читать о них в грустные потрепанные рукописи. Понятно, рад с вами познакомиться. Я тоже. Приходите в любое время... Время проведено с друзьями одно из самых лучших в жизни. Это твой дом. Не, окей. А тут прикольно. Ну, домик Уилсон, ничего такой. Мне нравится. Вы видите этот волейбольный мячик, да? Надо бы спросить, у этого чувака не болел ли у него зуб пару лет назад. Ладно. Это очень крутая отсылка, спасибо, прикольно, мне понравилось. Ну, то есть имя Уилсон само по себе, конечно, да, намекает, но не настолько, а вот это вот... Хорошо. Спасибо, игра. Как минимум, ради этого стоило сюда зайти сегодня. Он тут сидит, играет на барабанах. Почему-то это... Ну, блин. Это похоже, как будто сидушка и игра на барабанах. На самом деле, это два кувшина запечатанных и ведро. Было бы крайне неудобно сидеть на таком ведре. Видели, в каком состоянии пляж? В последнее время приливы носят на берег много разного мусора. Клянусь своими богами, на днях я выловил парик. Парик, как это вообще возможно? Обычно я использую найденный хлам в своих работах, но это все сложнее. С каждым разом полезного хлама все меньше. У меня есть идея, почему вам не принести мне ненайденный хлам? Я смогу обменять его на хорошие вещи. Или информацию про рыб в королевстве. Едь раньше до кораблекрушения был опытным морским биологом. Звучит хорошо. Отлично. Видите большой сундук? Когда у вас будет немного хлам, положите его туда, я вам дам крышек в обмен. Крышек. Это типа фолыч? Набранные крышки я поменяю на то, что вам нравится. Это нам будет полезно, и море заодно очистим. Это беспроигрышный вариант. Круто. Лопата. Все смеемся после слова лопата. Водоросли. Ботинок. Устрица. Трусы. Трусы, кокосы.
сеть. Блин, мне с местом надо что-то делать. Это трындец какой-то. Ладно. Это будет... Так, а сундук где ты имел в виду? Какой сундук? Где? Как? Когда? Зачем? Я бы туда положил тебе трусов. Я вспомнил, что мне нужно было что-то сделать. Сделать себе тоже сундук какой-нибудь дополнительный для места, потому что с места у меня катастрофа. Где сундук, про который он мне говорил? Тут я вижу только туалеты. Пещера, заваленная камнем. Я понимаю, что Пасха скоро, все дела, но все же. Так, большой гребешок. Гребешок я возьму вместо сетки, наверное. Сундук в доме где-то? Или если пошар, или я что-то не вижу. Ну-ка. Да, нашел несколько протечек во время дождя. Не то чтобы сильно переживал по этому поводу. Может быть, мне стоит обратить на это внимание, пока древесина не начала гнить из-за влаги. Посмотреть товары. А, вот что ты за крышечки продаешь. Блин, декоративный шлем для дайвинга. Иллюминатор. Блин, хорошие вещи. Шкатулка с песней кита. Класс. А вот где удочки брать, да? Я так понимаю. Я как раз спрашивал, где удочки брать. Хикари. Я найду тебя, если это последнее, что я могу сделать. Я найду тебя. Ты про Моби Дика или про кого? Что вы там стоите? Вам что? Вам что-то нужно? Наслаждайтесь рыбалкой. Наслаждаюсь. Меч. Меч наслаждается попаданием во врага. Копье своей заточкой. Нет, я забыл это чувство давным-давно. Ладно, хотя бы клюет. Слушайте, я занят. А почему вы не оставили меня в покое и уйти? Ладно, простите, что потревожил. Дай мне вот эту удочку. Сейчас я пойду к этому чуваку, поищу сундук внутри. Может быть, я логично что-то пропустил. Недостаточно хорошо. Вот этот сундук. Да, этот сундук. Три крышки за. О, прикольно! Значит, вот эти кактусы, ой, эти гребешки и всякое такое. Я сейчас еще раз к ней подойду. У меня появилось пустое место. Отдай удочку. Слушайте, извините, я не хотела быть грубой, просто неважно. Позвольте представиться. Я Хикари, дочь Куджуку. Куджаку. Надеюсь, я вас не обидела. Если хотите порыбачить, не обращайте на меня внимания. Теперь, когда я думаю об этом, наверное, неплохо бы для разнообразия порыбачить в компании. Спасибо, но я не умею. Может, оно и к лучшему, поверьте. Вы не знаете, что... Ладно, ладно, не смотрите на меня так. Видите ту старую удочку рядом? Можете взять ее, если хотите. Она, конечно, идеал, но для учебы сойдет. Идеал, спасибо. Hot Rod. Получить первую удочку. Поехали домой. Поспим немножко, выкинем... Нужно вернуть, прежде чем я уйду... Я ее Игра, иди, пожалуйста, знаешь куда? Хорошо, урок первый. Чтобы обмануть добычу, важно использовать правильную приманку. В этом королевстве обитают различные виды рыбы, и каждый из них питается одним типом приманки. На рыбалку влияют и другие факторы. То, какие виды рыбы вы сможете поймать, зависит от того, какую наживку вы используете. В какое время года вы будете рыбачить, в каком водоеме. Понятно? Да. Если после нескольких попыток вы видите, что клёва нет, это значит, что не соблюдаются некоторые условия ловли. В этом случае следует сменить приманку или водоем с пресной водой сально-солёной, наоборот, чтобы проверить, будет ли вам сопутствовать удача. Урок второй. Удочка — это не просто инструмент, а продолжение тела. Как баланс? Хват удобный? Думаю, да.
Хорошо. Чем выше качество удочки, тем легче будет ловить рыбу. Удочки из низшего качества не смогут справиться с самыми тяжелыми рыбами, поэтому если вы чувствуете, что вам постоянно трудно что-то поймать, возможно, вам нужно изменить свою стратегию. Сменить наживку или место ловли, верно? Хрена себе. Именно, похоже, вы начинаете понимать, что к чему. Так что давайте перейдем к практике. В этой сумке с приманками найдите все, что нужно. Для начала рекомендую блесну для высшего качества. Когда вы держите удочку, нажмите Q и заберите наживку. И выберите наживку. Закиньте буёк. Какой буёк? Это ж поплавок. В воду, нажав F, вы будете на чеку, скоро рыба начнет клевать. А, подожди, это как в Animal Crossing? Если да, то я в шоколаде. Если нет, то будет не очень. Так, а удочка... Так, блесну. И боком рыба начнет держать за него, пока не проглотит. Когда это случится, начните тянуть удочку, нажав F, и готовьтесь к бою. Двигайте индикатор с помощью... Индикатор с помощью мышки? Я Минуточку. Черт, сбежал, не беспокойтесь. Первый блин всегда ком, теперь вы знаете основу, вам будет легче. Попробуйте еще раз. Это... Я ботинок поймал. Отличный ул... Это может случиться с каждым. Иногда, прицепившись мусор, может принять за клев рыбы. Не волнуйся об этом, рано или поздно поведется рыба побольше. Блин, а можно еще помельче почерк? Это было здорово. Я помню, как папа впервые взял меня с собой на рыбалку. И ничего, не обращайте внимания. Я рада, что вам понравилось. И извините за то, что сказала вам до этого. Знаете что, почему бы вам не оставить удочку? Берите ее, ладно? Она, конечно, поистрепалась, но мне с ней связаны теплые воспоминания. Не беспокойтесь, позабочусь о ней. Рада это слышать. В любом случае, думаю, мы еще увидимся. Если будете в городе, заглядывайте в гости. У моего отца лучшая рыба королевства. Имейте в виду, он немного жадный, так что не ждите никаких скидок. Хорошо, спасибо. Я завис. Все. Я завис. Я не могу никуда уйти. Я не могу... О. Так. Награда за репутацию. Особый посетитель. Загляните в календарь, чтобы... Фух, блин. А что я могу выкинуть? Давайте я камень выкину. И давайте... Блин, я не знаю, что мне такое выкинуть. У меня все ценное. Камни мне достаются бесплатно. Ну, хотя бы так, да. Может быть, хворост выкину. Он мне не нужен. Он тоже мне достается относительно бесплатно. Деревяшки не хочу, слитки не хочу. Ничего не хочу выкидывать. Все нужное, блин. Мусор пойти можно обменять сейчас. Жаль, что мусор внутри обменивается. То есть каждый раз приходится заходить внутрь и ждать загрузку, чтобы мусор отдать. Крышечки Уилсона. Выходишь такой из дома чувака в 10:30, а он такой заходит, ты такой, чего? Так, хорошо. Давай вот это заберу. Мне реально нечего выкинуть. Это печально. У меня тут и приманка, и всякое такое.
куча железной руды, солод, орехи, молоко, мясо. Черви. Но мне придется и гребешка, и кокос оставить здесь. Ну, потому что не хочу выкидывать приманку, ладно. Надеюсь, что с гребешком я много не профукаю. Хорошо. Нам нужно тогда, по идее, прийти лечь спать. А на утро нам, ну, срочно нужен сундук. Большой, красивый, в который можно было бы сложить до черта всего. Да-да-да, именно так. Мне кажется, игра немножечко распыляется в том смысле, что тебе одновременно предлагают и держать таверну, и выращивать поля, и сажать деревья и цветы, и содержать свой собственный скот, и рыбачить, и путешествовать, и добывать ресурсы, и содержать гостиницу. Так, закрываемся, например. Пошли отсюда. У меня вот этот вот сундучок, в котором есть место. Ладно, немножечко, правда. Давайте я сюда положу. О, ботинки. О, червяки. Ботинки надо вернуть, поменять. Сейчас, подождите. Мне нужно избавиться, например, от пустых ведер. Таким образом, я их сейчас стакну, накоплю себе полные ведра. Да-да-да, давайте, валите. Все, супер. Могу ли я здесь... Вот. Деревянные доски. Петли 4. Железные гвозди 20. У меня петель сколько? 2. Еще 2 петли, еще гвоздей. Для этого нужны железы. Достаточно. Железные слитки. Топливо. Плавильня, железные слитки, поехали. Все, пусть делаются железные слитки. Я пошел спать, потому что уже 12:30. С утра надо будет открыться. Так, что можно? Давайте все, что связано с бухлишком, я сейчас сюда пока что сложу. Пока что. Потому что у нас там хватает бухлишка, которая делается. Курица, солод, винный солод. Давайте спать. Открываемся. Вот. L надо поставить. L Куразон сюда поставить. Могу ли я из сундука использовать? Или мне каждый раз его нужно прям вот... Да, мне его каждый раз нужно прям вытаскивать. Это печально. Иди сюда. А, тебе вот это нужно. Так, ведра воды можно брать, обнулить сейчас, чтобы у меня лишнее место. Проблема с местом. То есть мне нужно держать определенные вещи, там, если идешь на рыбалку, пошел, сделал все для рыбалки. И, ну, вот в таком плане. Гипс железных слитков. Отлично. Две. Для петли нужны гвозди. Закидываю все. Мне придется много плавить, поэтому давай.
Гвоздей много не бывает, поехали искать уголь. Руды у меня, в принципе, хватает, а вот уголь мне понадобится. Нет, это коса. Это железо, ладно, железную руду тоже давайте. Много не бывает, я сейчас буду много железа тратить. То есть, с одной стороны, для гостиницы мне предлагают кучу обслуживающего персонала, для гостиницы и для бара, а с другой стороны, все остальное ходи и делай сам. Я понимаю, что в этом заключается игра, но ты слишком распыляешься. Это та же самая проблема, как с третьим Бихолдером была. Кто помнит, я рассказывал про эту тему, когда проходил. А вот, что типа... куча всего, и ты не успеваешь насладиться той всей игрой, потому что тебе приходится бегать как ужаленному туда-сюда и все это дело. Так, еще две петли мне тогда сделай. И продолжай клепать гвозди. Еще проблема в том, что оно все относительно медленное. То есть поставил переплавлять и ждешь. Деревяшки можно пока что поставить, делать сколько нам нужно, не то. Сколько дерева нужно? Деревянные доски 30. Доски. Деревянные доски. Поехали. Это можно было тоже еще вчера сделать. И вот сейчас я сейчас этим должен заниматься, и поэтому, типа, я не могу не посмотреть ни на блюдо, ни на ингредиенты. Могу, конечно, но у меня. Я не буду сосредоточен и не смогу купить то, что я захочу. Так, солод, мед, ячмень. Я не помню рецептов. Так, бананы есть, кстати. Можно бы что-то заказать. Знаете? Давайте, может быть, меда закажем. Не помню, орехи вроде у нас были. Давайте 4 меда купим. Подождем, пусть придет. Орехи мы потом любые можем подогнать. И, кстати, кокосы высчитаются орехами. Это что же орех? Так, вот петли сейчас подойдут. Продолжаем гвозди клепать. Что там по доскам? 15. Досок 30 надо. Почему не показывается... А, вон показывается, сколько у меня есть. Подожди, это я гоню. Сверху показывается, сколько у меня есть. Хорошо. Ну, тогда я, по идее, близок. Вот одна петля. Сейчас доделается вторая. Вот тут можно будет досок понахреначить еще. Булочки можно сделать. Досок много не бывает, ладно. Давай скорей, скорей, скорей. Еще скорей. 9.40. В принципе, нормально по времени, по деньгам. Никак не получается разбогатеть. Вот в чем проблема. То есть мы стабильно висим где-то на 2 золотых. И, ну, с деньгами относительно дефицит. Вот. Вот, маленький сундучок уже можно сделать. Нам нужен огромный петель. Как петель 6? Я же у меня было 2. Я заказал еще 2. Как у меня их 6? Подождите, в комплекте идет сразу 2? Да, потому 2 гвоздя. Ладно, если я туплю, сорян. Там гвозди, деревяшки. Деревяшки есть. Оп, поймал. Давай гвоздей сюда. Используют для двери петли. Ну, видимо, да, в комплекте идет 2. Окей. Сколько мне там гвоздей не хватало? Буквально один бэч. Ну-ка. Их же по 5 штук выходит, я надеюсь. Да, по 5 гвоздей выходит. Большой сундук. Супер. Мы сейчас его скрафтим. Поставим у себя в комнате. Сложим туда весь ингредиент с хавчиком.
Потому что зачем его с собой таскать, если кухня... Можем его на кухне, кстати, поставить. Деревянные доски. Давай еще досок. И... Давай еще... Петли и еще гвоздей. Я сделал еще... Я сделал два сундука, раз уж на то пошло. Заказ не пришел? Нет. Много топлива на это уходит, но в принципе не проблема. Мне нужно тогда весь инвентарь поосвобождать, чтобы я мог с собой складывать кучу всего. Нужно будет рассортировать один сундук под еду, другой сундук под какие-нибудь там другие стройматериалы или еще чего. Дело еще. Я могу что-то на двоечку... Я могу вообще на двойку что-то прокачать? Нет, хоть есть такое? Есть, кстати, вот это вот. Та-да-дам. Нет? Там. Хорошо. Склад каменных блоков и новый рецепт плавильня. Супер. Большой сундук. Доски есть, петли, гвозди нужны опять. Петли, гвозди. Сколько гвоздей надо? 20. То есть 3 бэча. 3 бэча гвоздей. Как раз 3 бэча гвоздей сейчас и делаются. Мне хватит идеально на второй сундук. Я его закажу и пойду ставить первый. И распределять в него вещи. Погоди, я сейчас не могу поставить, да? Мне надо закрыть. Мне кажется, да, мне надо будет закрыться. С другой стороны... Блин. Не хочется закрываться. О, заказ доставлен, хорошо. Потом заберу. Почему потом? Если я могу уже сейчас забрать и поставить готовиться что-то на меду, на меде. Морепродуктов. Мясной бульон неплохо, по 2,57 будет продаваться. Может тогда... Так, подождите, на сладости мне мед 2. Вы как бы издеваетесь? Сколько у меня меда, извините? Почему один? Я ж 4 меда-то заказывал, не? А, я не весь забрал. Я дурак. Согласен, согласен, мой тупняк. Ничего не скажешь. Я просто кликнул на него не той кнопкой мыши, и все, и здравствуй. Так, вот это вот, вот так, и вот так. Я его смогу дважды приготовить. Теперь, где? Нет места, конечно же, нет места. На меду я его делать не буду. Пошел он лесом. Мед слишком дорогой, чтобы тратить его на алкоголь. Так, ребят. Сейчас ставим сундук в производство. Там можно уровень моим ребятам повысить. Да-да-да, знаю. Спасибо. Потом. Давайте еще один большой сундук. 4 часа мне показалось, или мне показалось, что 4 часа. У меня есть одно место еще положить сундук. То есть пока ты не поставишь этот сундук, он сам по себе тоже занимает место. Классно. Давайте потихонечку тогда
закрываемся на обед, поставим сундуки, откроемся заново на вечер, заодно там блюдо доготовится, и, возможно, мы сможем долить чего-то в кеги. В кеки. Посмотрим, посмотрим. Звучит интересно. Ну, в общем-то, появилась, да, рыбалка, появился сбор мусора, появился пляж. На пляже какой-то квест, который пока что я не вижу, как он выполняется. Поэтому говорю, что, скорее всего, эта серия... Она не будет последней. Эта серия поставит игру на паузу. Вот. А потом, через некоторое время, когда она релизнется... Ну, или не релизнется, а подойдет хотя бы к времени релиза. У нас уже практически все построено из базовых таких вещей. Вот. Нам останется только... Так, все же, все смотались отсюда. Отлично. Так, вот это, вот это, вот это. Б. Позволить всем устройствам получать доступ к их содержимому. О, это хорошо. Это мне нравится. А второй сундук нужно поставить у себя в хате. И все, и открываемся заново. Значит, всю еду ставим... все, что связано с едой, перцы, рыбы, курица, это. Чай можно, чашка чая. Яйцо, орехи, огурчики. Нет, это не надо. Все, что связано, наверное, с алкоголем, тоже сейчас переедет сюда. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Ты кто такой? Ароматические растения сюда. Это сюда. Дикие травы, ингредиенты, сочетающие дикорастущие растения. А ты кто такой? Строительный раствор. Это явно не для кухни. Я не знаю, водоросли, сам ингредиент. Да, хорошо, сюда. Растительные волокна прочные и гибкие. Крайне рад за них. Так, что я могу? Вы чай там допили? Воду, чай. Бочонок пуст. Чая у меня, кстати, много. А вы весь алкоголь выжрали. Красавчики. Дайте вам еще сладостей. Еда, в принципе, заканчивается. Но есть еще супы. Можно из морепродуктов что-то зафигачить. Значит, для... рыбалки. Убираем все отсюда. Было бы как-то... А, можно, да? По типу? Да. Ой, спасибо. Я хотел сказать, можно было бы как-то это отфильтровать, но есть фильтр, спасибо. Так, сюда, 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 сюда. Растительные волокна. Так, ты. И строительные материалы. Наверное, мебель, строительные материалы. Тут у меня саженцы останутся. Мебель, строительные материалы я сейчас закину сюда. Вот. Нет. Вот это, вот это, вот это. Вот так, вот так. Честно говоря, наверное, стройматериалы тогда стоит... с собой потаскать, а вдруг не захочется что-то построить. Давайте я сейчас сюда все с алкоголем, с едой все-таки скину. У меня достаточно много места тогда будет. Блин, волокна, я ж тебе... Смотрел же, вроде не было. На, 69, отличная цифра. Мне нравится. Ну, наверное, все, что связано с рыбалкой, можно еще с собой потаскать. Ну, так... свечки. О, свечки. У них у меня из инвентаря автоматически берут, интересно или нет. Давайте посмотрим, что у нас по алкашке. Что, куда дошло? Это сейчас трогать не следует. Иди сюда. Это 30, 20.
на три крана вот это вот раздам, остальные пусть доходят. Ну, нужно, чтобы хоть чем-то торговали, потому что алканоиды приходят. Их тоже надо чем-то поить и кормить. А можно еще одну ореховую фигню поставить вариться. Заодно сейчас проверим. Да, это работает прямо из сундука. Супер. Ореховая фигня пошла. Гоузбр. Так, а у меня не осталось. Есть ароматный хмель. И есть двойной хмель. А сусло с горького хмеля, горький хмель. Нужен обязательно горький хмель? Золотая пшеница, ведро воды. Короче, немножечко сомнительная тема. Косу можно убрать, кстати. Вот так вот сделать. А можно сейчас, пока 5 часов вечера, рвануть быстренько на пляжик, тут недалеко. Посмотреть. Ботинок сдать, во-первых, во-вторых, посмотреть, в принципе, что там еще происходит. Ловить рыбу я, наверное, сейчас не особо. Тут, не самая удобная, наверное, механика ловли рыбы. Я хотел сказать, что если она хотя бы как в Animal Crossing. Но нет, в Animal Crossing она лучше. Червячка копнули. Мне 35 локаций надо пройти, пока до пляжа дойдешь. Я был бы не против какой-нибудь там, знаете, буквочки М карты для быстрого путешествия. Не потому, что оно как-то трудно, а потому, что это как-то нудно и долго просто так туда-сюда бродить. Собрать. О, мидии. Прикольно. Надо будет потом рецепты глянуть, что со всем этим делать. Мусор можно пособирать. О, кокосы. Звездочка собирается, отлично. Морская звезда. Это все, скорее всего, съедобно. Гребешок. Как мне... А, вот так вот забрать сеть из лодки. Вот, тут все, что осталось, они мне вернули. Спасибо большое. Оно хоть не пропало. Из гребешков потом нужно будет тот же супчик зафигарить. Водоросли. Узкий черенок. Сейчас мы поназдаем мусора. Шесть крышечек. Это я сдал всю гадость, что у меня было. Хорошо. Куда ты пошел, дружище? Стой. Так. Рыба и ягод начинают надоедать. Как вы думаете, смогу ли я разбить небольшой огород, используя несколько бочек в качестве горшков? С удовольствием попробовал томатный соус. Посмотреть товары. У меня 10. А, погоди, за 10. А, не, за 10 можешь что-то купить. Жемчужная подставка. Подсвечники из ракушек, кстати, тоже прикольно. Скатерть морской бриз. Эстетичненько. Давайте я подсвечничек куплю. Будет очень хорошо смотреться. Мне нравится. В принципе, это, наверное, все, что мы могли бы и хотели бы посмотреть из того, что сейчас есть. Можно ходить продолжать фармить вот этот мусор, собирать крышечки менять.
Это из нового, из того, что у нас появилось. Появился пляж и появились вот эти все. Мы их как раз сегодня посмотрели. Ты кто? Рыбачить можно в соленой и пресной воде. Да, мы еще не пробовали рыбачить в пресной воде, но опять же, это такое. Вот, думаю, тогда сейчас будем заканчивать день и будем потихонечку заканчивать серию. По крайней мере, расхлебались немножечко с инвентарем. А, потому что я с лопатой хожу. Заказ, я ничего не заказал. Кстати, вот. Нет, пустого ведра, все заполнено. У нас наконец-то начала появляться хоть какая-то прибыль. Мы прям целый золотой заработали. Так, закрываемся. Я вот сюда сейчас поставлю подсвечничек. Огонь, помимо прочих свойств, может освещать. То есть тебе там дышать не видно, да? Я поставлю сейчас свечку, там, не пережевывайте. Это, наверное, напоминает мне о шахтах, в которых я когда-то работал. Все вон! Так. А почему я не могу ее поставить нигде? Разного стиля. Так, Б. Почему я не могу ее поставить нигде? А, она вешается? Фига себе. Это многое объясняет. Хотя, на самом деле, я бы сказал, что она ставится... Тогда мне тут нужен еще подсвечник. Ну-ка. Вот сюда свечечку поставить. Ну хорошо, хорошо. В принципе, наверное, я тогда всем доволен. Мне не хватает освещения, это мы тоже поняли. Лагерь. Суслица не хватает, да? Светлое сусло, мягкое сусло и темное сусло. На сусло мне не хватает, так, вот этого вот желтого ячменя, да? Давайте я его сейчас закажу на ночь, если оно будет в наличии. Горький хмель. Купить. Все. На утро оно придет как раз. Сейчас можно закинуть сладости, которые наготовились. Вот смотрите, осталось совсем немного еды. Я до этого там наготавливал ее на несколько дней вперед, осталось совсем немного еды. Сундуки сделали, еда есть, все есть, можно идти спать. Да. Думаю, тогда же говорю, что на этом мы серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладошек, всем покеда.